Привет, друзья! Сегодня мы пойдем в магазин. Нам нужно купить что-то очень важное. Смотри, здесь есть фломастеры, зелень, свечки для торта, а здесь у нас овощи и фрукты. Смотри, здесь есть бананы, клубника. Так, нам нужна картошка, баклажан, может быть, морковка или помидор. Сейчас мы будем выбирать. Возьмем картошку. Помидор возьмем в следующий раз. Возьмем баклажан. Еще один. Еще нам нужен банан. И виноград, кукуруза и последнее — апельсин. Смотри, какие фломастеры! Они непростые. У каждого фломастера есть запах. А еще нам нужны свечки. Это наш секрет. Мы поэтому пришли в магазин. Сегодня день рождения у наших друзей. Скоро ты все увидишь. Теперь посчитаем, сколько нужно заплатить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы заплатить за наши товары, нам нужны деньги. У нас есть 10 долларов. Кладем их вот сюда. Закрываем. Все, можно идти домой. Давай еще раз посмотрим, что мы купили. Это наши фломастеры. Скоро будем ими рисовать. Это свечки для торта. Так, зеленая, красная, желтая. А это наши продукты. Кладем их сюда. Смотри, к нам пришли друзья. Это маршмеллоу и пингвин. Чтобы узнать, сколько им лет, нам нужно посчитать свечки. 1, 2, 3, 4, 5. Пингвинчику 5 лет. Теперь маршмеллоу. 1, 2, 3, 4. Маршмеллоу 4 годика. Ребята, загадывайте желания и задувайте свечи. Happy birthday to you. Happy birthday.